Посмотрите, какое чудо. Кольцо необычное. Кольцо выполнено в серебре, в позолоте. И это кольцо «Спаси и сохрани». И это кольцо, которое будет вас вести по жизни и охранять. 1150 рублей. Итак, внимание, такие кольца стоят в районе 4-5 тысяч. Это кольцо серебряное, в позолоте. Итак, внимание, посмотрите, вот она надпись. Выполнена тиснением, она объемная. Объемная «Спаси», вот, пожалуйста, и «Сохрани». Вот, посмотрите, как нанесена надпись «Спаси и сохрани». Сразу вам покажу пробу и клеймо завода-изготовителя. Вы знаете, это показатель именно драгоценного украшения. Вот она. Проба ставится только на драгоценные украшения. Ни на одном бижутерном предложении не будет пробы. Итак, и проба, и клеймо завода-изготовителя. Это кольцо универсальное, оно подойдет как для мужчины, так и для женщины. Вы посмотрите, какой толщины кольцо. Оно ни за что не будет деформироваться. Кстати, многие сейчас производители экономят и колечки делают очень тоненькими. Мы сотрудничаем с достойным производителем. Это российское производство. И колечко не тоненькое, посмотрите, какая здесь толщина. Ну и, конечно, тиснением выполненная надпись, и это позолота. Гальваническим методом нанесена позолота, и это колечко останется вот таким, какое сейчас оно в первозданном виде предстало перед вами. Можно подарить мужчине, можно подарить женщине до 21,5. Есть все размеры, вы можете носить на любом пальчике. Кстати, это кольцо можно предложить как мужчине, так и женщине. Посмотрите, на безымянном пальце оно очень хорошо смотрится, также и на среднем или на указательном. Причем сочетается это кольцо с любым другим колечком. Вы, например, можете дополнить свой облик еще одним кольцом, и это кольцо будет красиво смотреться. 1150 рублей. Посмотрите, какое оно великолепное. И оно не тоненькое, оно довольно широкое, и это колечко будет также подарком. Вам рекомендую сходить в церковь, обязательно осветить кольцо. Оно будет не просто сувениром, оно не только будет вашим драгоценным колечком, но оно еще и будет вашим защитником, оберегом. Кстати, именно такие кольца рекомендуется дарить самым своим любимым, тем, о ком мы больше всего беспокоимся и заботимся, о ком мы молимся. Это наши родители, это наши близкие, это наши дети. 1150 рублей. Посмотрите, какой ширины кольцо. И это колечко весом более 5 грамм. Посмотрите, какая прелесть. И у нас есть все размеры в наличии. От 17 до 21,5. Вот так я постараюсь вам измерить ширину колечка. Вот, посмотрите, достойная, заметная ширина. 5 миллиметров ширина этого кольца. Да какой 5? По-моему, более 5. И это серебро высшей пробы, да еще и в позолоте. Ну что, немножко хочу остановиться на том, как наносится позолота. Посмотрите, как блистательно выглядит кольцо, сияет. Еще раз вы видите, насколько оно широкое, насколько оно прочное, оно не тонкое. Не сомневайтесь, заказывайте кольцо «Спаси и сохрани». Кольцо, выполненное на пылении позолотой. Как делается позолота? Под высоким напряжением, под высоким током проводится, и в золото опускается серебряное кольцо, и именно под этим током золото буквально проникает вглубь серебра, и за счет этого оно держится очень надежно и прочно. И я хочу сказать, что это украшение приедет к вам по доступной цене, конечно же, с паспортом изделия. Вот, посмотрите, паспорт изделия. От колечка «Спаси и сохрани». И это колечко приедет обязательно опломбированное. Вот в данном случае у меня кольцо 17 размера. Вы видите, колечко. Вес его, посмотрите, здесь написано больше 5 грамм. 5,16. Это драгоценный металл. И это гальваника. А гальваникой по серебру нанесено еще золото. Золочение называется правильно этот метод. И это гипоаллергенный состав. Гипоаллергенное позолота по гипоаллергенному серебру. Посмотрите, как оно выглядит великолепно, насколько оно роскошно, какая ширина и качество. Ну что ж, это кольцо не потеряет своей яркости, не потеряет своей красоты.